Всем привет! 8 марта. Температура 19,6. Это в тени. С праздником всех, дорогие девочки! Пришли к маме на обед, соответственно, на ужин. Короче, день объедалово. Кушаем, кушаем, кушаем. Пришли пешком, без машины. 3 километра прогулялись, и обратно пойдем, хоть чуть-чуть растрясем, так сказать, свои жиры. Посмотри, какие горы-то сегодня там красотень. Горы-то, да. Да, вообще горы какие офигенные. На улочке тепло, лепота, красота. Пошли за... Как это называется? Скажи. Посмотрим, как у них в тепличке. Ради интереса посмотрим температуру в тепличке. Что, пойдем в тепличку, да? Космический корабль. Посмотрим просто температуру, как там. Да. Мама, а вы повесили градусник? Положили? Нет, у нас мы не умеем просверливать. А, вы не положили градусник? Нифига тут жара, Андрей. Неси градусник-то. Как тепло здесь, жопу парит. Тридцатник уже. Офигеть. Да, 30 градусов. 30 градусов вообще. Охренеть. Охренеть, да? Надо строить. Интересно ночью посмотреть. Ну, надо строить нам. Ну вот разница у меня была в моей теплице, в дырявой, в этой, в нашей временной. Разница, Аня, была 10 градусов. Да? Да, что на улице и что там. Ночью вот именно, когда я помидоры пересаживала в том году. Вот я офигевала, думаю, господи, дырка на дырке и 10 градусов. Так что вот тепло, хорошо, идите, красота. Горы покажите. Красиво. Горы нам надо показывать с нашего окна. А тут тоже красиво. Не, это те же горы, это тот же вид Нефтегорск, он у нас весь вот так вот, все кругом-кругом, ничего не поймешь. Понятно, а, когда... Слышишь, эхо какое. Да. Понятно, когда вечером фонарики горят, когда темно, и вот ты понимаешь, что он весь кругом, все по кругу, непонятно как, где-то все вот так вот. Кажется, такие бешеные расстояния, а напрямую все раз-раз. Вот напрямую здесь вот наши горы видны так же, как из нашего окна. Хотя, блин, к маме идешь совершенно там путем таким невероятным. Нет, тут с нами Аня цветочек, да? Цветочек. Маша цветочек. К маме даже приехали, белореченские, да? Вырвались. Как это называется? Коллаборация канал. Коллаборация каналов. Видишь, городские нам северяне, нам этим, как сказать-то? Деревенщинам. Деревенщинам не понять. Еще раз скажи слово. Коллаборация каналов. Коронация. Коронация. Да, нам больше знакомо это пиво, Андрей. Как называется? Карбонизация. Карбонизация нам больше слово знакомо. Но. Карбонизация пива, да. Вон да. Там уже этот распускается, кизил. Это что распускается у это тебя? Это абрикос. А, абрикос попер. Вот все, надо все опрыскивать. А это шарафуга. Ну, шарафуга у нас также вся. А вон там кизил уже распускается. Угу. И алыча уже розовые цветочки. И это пошла уже зеленым. Ива. А, она всю зиму зеленая. А, она всю зиму зеленая стояла. Очень хотим жары, тепла. Надеемся, что погода установится. Завтра вроде тоже как будет тепло. Завтра пойдем домики снимать. Да? Завтра пойдем. Горы красотень вообще. А ты представь, какая от нас вид без заборов. Да. Тебе нравится наш район, да? Ой, очень. Я здесь отдыхаю вообще. Да? Почему? Да. А что, чем лучше Белоречки-то? Ну, здесь какая-то тишина деревенская такая, своеобразная атмосфера. Красота у нас, да? Да. Я вообще обожаю свой Нефтегорск. Вот не, Обширонский район вообще очень по природе красивый. Да, вообще обожаю. Тут как-то и все. И воздух вот... у нас другой. Ну да, воздух-то другой, лесной. Тут как-то вот все. Не знаю. Ну, я и хотела сперва переехать в Обширонск. О, посмотри, какая красотень у нас сегодня, да? Все горы раскрыты. Солнышко. И прям все горы в снегу, так кажется, рядышком-рядышком. Вообще красота. Красота у нас, красота. Ну что, пойдем снова чаем пить? Да. Всех с 8 марта поздравляем. Хорошей вам весны. Приезжайте к нам. Да, и к нам. К ним это в Белореченск, а к нам это в Нефтегорск, Обширонский район. Ну, везде у нас хорошо. Везде у нас хорошо. Ну, посмотри, какие горы. У вас такого нет. Вообще. У нас нет. Я вижу, у Стасиного окна тоже у нас видно такие горы. Да ты что, прям заснеженные? Ну, не такие большие, а чуть-чуть вершины тоже заснеженные видно. Да. Ну ладно, всем пока, всем с праздником, пока. Пойдем мы за ваше здоровье еще чай с тортиком попьем. Толстенькие, да? Да. Будем толстенькими.
Вот похудеешь здесь, да, с такими тортами, с такими деликатесами.